Выставка, наверное, самого эпатажного и элитарного российского художника Никоса Сафронова открылась в Староскольском художественном музее. В экспозиции избранная 85 лучших работ самых разных направлений. Здесь и реалистические пейзажи, и символические сюжетные композиции, полотна в авторском стиле живописца. Есть на выставке и классические портреты, на которых изображены голливудские актеры и известные деятели российской культуры в костюмах средних веков. Когда смотришь вживую на картину, это, конечно, совершенно другое впечатление. Просто, ну, какой-то энергии от них вот веет, от этих картин. Ну, в общем-то, я впечатлена. Неуемная энергия, фантазия. Надо быть многогранным, много знать, читать, интересоваться историей мирового искусства, для того, чтобы потом уже передать свои ощущения к тому или иному мифу. Здесь есть исторические мифы, и есть космическое содержание. Есть реалистическое, то есть разнопланово. Мне все нравится, очень красивые картины. Буду теперь фанатом искусства. Увидеть картины заслуженного художника Никоса Сафронова может любой желающий. Выставка в Староскольском художественном музее продлится до 24 апреля.